если вам скажут, что теннис очень, очень сложно или очень просто, то вы должны подумать, что вы находитесь между двумя полюсами, сложно или просто. Я вам покажу, как от простого пойти к сложному, что у вас простые ваши навыки помогли вам создать сложный теннис, как шахматную партию. Вы думаете, вам для этого нужно специальное спортивное сооружение или теннисный корт, или теннисная стенка? Нет. Вам нужна ваша ракетка, ваш мячик. Мячик лучше новый. Почему? Если вы берете новый мячик и опускаете на землю, то он выше подскакивает, а вы не привыкли сгибать колени. Если это будет старый мячик, он вообще не будет подскакивать, и вы будете ракеткой ковырять покрытие. Это называется копать червей.